зовут Спира Дмитрий. Я учусь в этой школе уже 5-й год, 7-го класса. Нисколько не пожалел. Первые года давались очень сложно. Но со временем я привыкал. Даже теперь нравится учиться. Выбрал путь военного. Приезжу всему. И эта кадетская школа дает большие шансы для поступления в высшее военное учебное заведение. Здесь можно получить разряды, необходимые знания по начальной военной подготовке, основам воинской службы, также спортивная подготовка. Эта школа помогает многим людям встать на правильный путь. Здесь вырабатывается хорошая дисциплина. Дмитрий, я ученик кадетского корпуса, спасатель города Екатеринбурга. Мы в школу, в этот корпус приехали, получается, 5 дней назад. Прием был очень теплый. Со всеми сдружились, с пацанами, нашли общий язык, все, занимались. Мы участвовали в разных мероприятиях, там на полу, потом эстафета у нас была и биатлон. Сдавали зачет на звание мастер-кадет. Поступаем в кадетский корпус для того, чтобы стать мужчиной, стать офицером, защищать свою родину, чтобы все на родине было хорошо, никто не обижал наших близких, родных, чтобы царил мир и порядок. Перед выстрелом обязательно не полный выдох, плавный спуск. Не торопись. Чёрта, Николай, ты ну давай. То, что ты не прошел в этом году, поверьте, это опыт. Если не отгорит у вас желание на следующий год, вы обязательно пройдете. Здесь я нашел очень верных для меня товарищей, хороших друзей. Наверное, все эти годы в этой школе запомнятся мне навсегда. Чтобы царил мир и порядок. Наверное, все эти годы в этой школе запомнятся мне навсегда. Для того, чтобы стать мужчиной. Сама строевая подготовка необходима, потому что она учит, так сказать, чувствовать локоть товарища. Сколько? 5-й год учусь. Все время, каждый день, 7 подъем, 10 отбой. Уже как бы привык. У лживой тайны нет секрета. Нельзя искусственно страдать. Нет, просто так не стать поэтом. Нет, просто так никем не стать. Чувствует локоть товарища.
стать офицером, стать мужчиной. В эти годы в этой школе.